Всем привет, вы поняли канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как настроить эквалайзер наушников Jabra Elite 85T. Итак, для этого нам понадобится приложение Sound Plus от Jabra, опускаемся ниже, и здесь есть вот настройки эквалайзера. Здесь мы можем их настроить, собственно. Так, стоп. Собственно, здесь прямо это и делается. Или же сбросить до того, как это все было. Вот. Я же вам предлагаю добавить низких частот. Ну, это так просто. Я всегда делаю чуть-чуть прибрать высоких, добавить средних здесь. И все-таки больше уклон на низкие частоты. Вот таким образом. Но также у нас есть пресеты. Для того, чтобы выбрать какой-либо пресет, мы просто нажимаем на них. У нас их 6, но также мы можем создать свой, нажать на плюсик. Да, я как раз этим занимаюсь, ребят, ну не надо. Мы можем взять и, например, изменить пресет речь. Вот, допустим, вот как я тогда выставлял. Да, и сохранить как отдельный пресет, например, металл для какого-нибудь жанра музыки выберем. И вот теперь у нас есть, правда, получилась метель, но все же мы можем выбрать свой пресет. Если нужно быстро изменить, можете вот здесь быстренько таким вот образом поменять или вообще сбросить до стандартных, то есть нейтральных. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!